Сейчас мы с вами, пока вы выбираете колоду, сделаем ответ на вопрос, кто не может вас забыть. Тара светлого провидца, классика и тара темного леса. Что вам по вкусу? Определяйтесь. Кто не может вас забыть? Будем выяснять. Я надеюсь, вы выбрали. Берем тара светлого провидца, остальные откладываем. И кратко смотрим. Кто не может вас забыть? Угу. По восьмерке чаш вас не может забыть человек, который сам вышел из отношений. Причем отношения были наполненными, ресурсными. Вы тут может просматриваться вариант, что супружеская пара разошлась, да, вот по первой колоде. Смотрят меня пентакливые девочки, и, возможно, оказалась ситуация, что вы настолько хороши, да, что, ну, мужчина просто не смог этого пережить в сравнении с вами. Да, такое бывает. Но, вы знаете, по пентакливой королеве, я хочу сказать, всегда идет жена, всегда идет ресурсная женщина. Ну, и женщины такие, которые любят, такие перфекционистки, да, которые любят вот ко всяким мелочам придираться. Так, далее. По четверке пентаклей человек не хотел вкладываться в отношения. Но уйти-то он ушел, вкладываться-то он не хотел. А почему забыть-то не может? Всего скорее потому, что вы ценные, да? Потому что сердце у него развито. Три меча. А потому что, вы знаете, по тузу пентаклей человек решил набраться ресурса, решил что-то в себе изменить и, может быть, начать зарабатывать, да, допустим, много, да, обозначить свою ценность, а потом к вам вернуться за новым началом. И девятка пентаклей об этом говорит, что человек всего скорее ушел для того, чтобы вернуться. Смотрим классику, кто выбрал вторую колоду, классический вариант. Кто вас не может забыть, что за человек? Человек, с которым постоянно были эмоциональные качели, человек, которого вы задирали, который вас задирал, с которым были распри на, вот именно на эмоциях. Оба вы были в иллюзиях относительно этих отношений, то есть не желали принимать картину мира другого партнера, да, и вот я его нарисовала, да, называется эта карта, то есть вы имеете, допустим, свое какое-то, имели в этих отношениях свое какое-то представление о том, как должны выглядеть отношения между мужчиной и женщиной, и позиционировали это на своего партнера, а он не смог соответствовать. Тут все разрушено, и разрушено до основания, и разрушено для того, чтобы каждый потом смог идти своей дорогой и выстраивать что-то новое. Кто еще не может вас забыть? Слушайте, второй расклад, вторая колода по колеснице, человек опять возвращается. Вот. Тут вы будете в ограничениях, вы не готовы будете простить, принять и встретить. Смотрят девчонки, возможно, водная стихия королевы кубков. Вот. А мужчина тут партнер у нас Паш Пентаклей, то есть помоложе герой. И поэтому он тут... Вы думали, что он настолько взрослый, чтобы быть с ним в отношениях, а он вот вас разочаровал. А забыть он вас не может, потому что вы давали ему много любви. Он таких чувств не испытывал ни с кем. И берем тара темного леса для тех, кто выбрал третью колоду, третий вариант. Кто не может вас забыть? Так, двойка пентаклей. Тут речь о двух партнерах. Тут речь о двух партнерах. У вас два человека. С одним война-войнушка.
конкретное. Вот. А другой вас обманул, да? Так. И что они хотят сказать вам? А они вам хотят сказать по пятерке Пентаклей: мы не в ресурсе, мы не те, кто тебе нужен, дорогая. Так что за парни-то тут такие? Ага, они не в ресурсе, потому что вы их немножечко обесценили. И, судя по королеве мечей, не немножечко, а множечко. Вот, смотрите, по старшему аркану сила. Мужичков-то тянет к вам, сильно тянет. И почему не могут забыть? Ага, тут выходит король мечей. Один у вас был тут конкретный партнер. Королева мечей, король мечей – это пара. Вот он, наверное, в приоритете. То есть, либо ровесник, либо чуть-чуть постарше, да? Но вы как-то с ним вот на ножах были. И паж мечей, пожалуйста. Оба мечевые, оба какие-то несколько с какой-то мужской агрессией, с каким-то непринятием от того, чего вы бы хотели от них получить, да? Вот они два ваших партнера, все понятно. Стар да млад. И оба вас не могут забыть. У всех троих разбито, кстати, сердце.